слова. Ну, а героям следующего репортажа об армии думать пока рано. Новые люди, новые перспективы, новые страны, новые культуры. Все это программа по обмену школьниками. С ее помощью участники открывают для себя целый мир, который не могли себе представить. Кто из иностранных студентов сейчас учится в Чебоксарах, смотрите в следующем сюжете. Первая скрипка этого инструментального оркестра – Ян Экерт, 17-летний школьник из Германии. Он уже 7 месяцев учится в обычной чебоксарской школе. Русский язык Ян начал учить еще на родине, а сейчас приехал в Россию по программе АФС. Это межкультурное обучение и глобальное образование. Я тут учу в 9, 10 и 11 классе. Русский язык, конечно, я хочу стать ЕГЭ по-русскому. Меня очень удивляет здесь русская душа. Здесь все дружат с учительницами. Это у нас в Германии не так. Эта программа помогает школьникам от 15 до 18 лет получать знания, необходимые для жизни и эффективной работы в любой точке земного шара. АФС существует уже целый век. В Чебоксарах же она действует на протяжении 9 лет. Сегодня 5 школ Чувашии принимают участие в этой программе. За это время около 80 иностранных студентов из Европы, Бразилии, Китая, Новой Зеландии, США, Таиланда, Японии и многих других стран приезжали в нашу республику. Они изучают русский язык по отдельной программе, а знания по другим предметом получает наравне со школьниками. Большое требование – это желание. Желание быть волонтером, помогать, то есть всегда 24 часа в сутки быть востребованным. Первая и главная цель – это не язык. Язык – это уже средство, которое помогает общаться. Именно научить жить в другой культуре, понять эту культуру и сделать для иностранца нашу страну малой родиной. АФС – это двусторонний обмен. Участники проживают в принимающей семье и учатся в местной школе. Ксении Васильевой это только предстоит. В конце августа она уедет учиться во Францию на один семестр. Что я сделала для того, чтобы попасть в эту программу? Ничего особенного. Всего лишь обратилась к представителю этой программы в нашей школе. Она мне сказала, что делать, дала анкеты, которые я заполнила. Ну вот так все получилось. Моя будущая профессия, надеюсь, будет связана с путешествиями, с изучением других стран, других культур. И вообще этот опыт мне очень пригодится. Более 100 тысяч волонтеров в разных странах мира работают с подростками, помогая им адаптироваться в чужой стране, осваивать новый язык, познавать мир, находить друзей, расти как личность и взрослеть. Так что в чужой стране наши ребята без помощи не останутся. Ксения Кравчук, Николай Яковлев, Республика.